when I go hard at each other like we're gold. Отец смотрел страшный фильм, а я смотрела вместе с отцом. Точнее, я слушала. Смотреть было капец как страшно. Вдруг пришла она, моя младшая сестра. Ей было скучно. Она сказала, что эти ужастики полный отстой. Она видела и похлеще. Ха-ха. Малая звала меня на улицу. Я сказала нет. Малая выманивала меня вкусняшками. Я сказала нет. Наконец, фильм закончился. Вдруг малая заорала. Я забоялась. Решила разбудить отца. Но когда отец засыпал, это было бесполезно. Тогда я взяла Егорку. Если что, он защитит. Малая сказала, что там ужасное чудовище. Решила потихоньку посмотреть. Малая сказала стоять, чтобы я повернулась. Я повернулась. Было зеркало. Малая сказала, вот и чудовище. То есть чудовище, это я. Смешно. Это была суббота, и я убивала злую колючку, которая хотела меня съесть. Вдруг неподалеку я увидела что-то. Я подошла поближе. Это был кошелек. Я взяла его, отряхнула. Это были деньги. Я решила, что потрачу деньги на еду. Но тут зашла мама. Я спрятала деньги. Мама спросила, а что я там прячу? Я сказала, что нашла деньги. Мама сказала, чтобы я отдала их ей. Ведь она кормит семью. А отец сказал, что он тоже кормит свинью. Причем тут свинья. Бабуля сказала, что нужно положить деньги там, где я их взяла. Это мои деньги, я сама решу, что с ними делать. Мама сказала, если отдам их ей, то неделю могу не ходить в школу. Отдала кошелек маме. Достала 100 рублей. Мама спросила, где деньги. Я сказала, это и есть все деньги. Мало кто знает, но может быть вы знаете. Но если не знаете, то знайте. Да заткнись ты уже. Я люблю песню «Снова я напиваюсь». В общем, пою не очень. Я слушала везде ее и пела. Но однажды бабуля запретила мне ее слушать. Брызгала святой водой в меня. Проветривала комнату от злых духов. И от запаха моих духов. Ну да, я переборщила. Я сказала, что она крутая. Бабуля сказала, что такие слова, как «я напиваюсь», не должна слушать молодая девушка. Правила меня жрать. Ну да, жрать это святое. Бабуля вытирала пыль. Прибавила колонки. Послушала песню. Ей зашла. А ты считаешь деньги в моем кошельке? Ведь ты любишь только деньги, меня не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей. You and I go hard at each other like we're gold. Я проснулась, почистила зубы. Я поехала на автобусе в школу. Лизка, правда, сказала, что я какая-то странная. Я сказала это, потому что я не поела. Лизка сказала, не в этом дело. Я постоянно дергаюсь. Я сказала, да нет. И решила поесть. Неужели я реально танцую тренды ТикТока? Мама сказала, что она уже забыла, когда я просто стояла и не дергалась. Что в моем возрасте она уже детей нянчила. Ага, помню я, что она делала в моем возрасте. Бабуля рассказывала. Мама вспомнила свои 18 лет.